как в солнечном номере. Потому что у меня в Турции 5 звезд не было такого. Мышничок. Могу в это поверить. Результат тот же самый. Просто этажность разная. Этажность разная, друзья мои. Да, я тоже в платье. Не, я это не ем. И это я не ем. Это я не надеваю. Это не ношу. На этом я не езжу. Давай.
acuerdo. Estas casas son la base. No, mira, estas son las llegadas de Brasil, del Parque de Agua, del Atlántico. Sí. ¿Cómo lo conozco en el Atlántico? Uy, si no me digo, Ну, бочка такая валяется. Красиво. Скажи нам, что я могу сказать только одно, что закаты у нас в Финском заливе красивее, чем здесь. Но нет, солнца нет. Странно. Вроде закат, а солнца нет. Видно, нет такого бордового зарева. Что попроще сделать? Твое любимое лицо. Где? А как до технологии пройти? Ты как-то так делаешь? Да. Вот я снимаю. Я это заснимаю на камеру. Комментарии по поводу этого пляжа. А, вода холодная, но мы из Рашки, нам не страшен холод. А китайцы кофе? Корейцы. Корейцы. А, да, корейцы. Поэтому они, видимо, воду не заходят. Они забыли морковку. Симус 30 градусов равен 1/2. У кого-то похожий солнечный удар, да? Скажи мне что. Нет лучшей страны на свете, чем Россия. Почему? Потому что... Это разборка питерская. А здесь холодно. Нам сюда. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. Домики будто бы игрушечные.
المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. Окей. Господи, там даже небо закрывает его. Сейчас. Как еще нас фоткают? Видео? Конечно. Может быть, мы повернемся туда лицом и сфоткаемся? А, у нас так? Видео снимается. Давай еще видео. У меня голова вышла на улицу. Мы ведем нашу видеосъемку с города Дубай. Самое высокое здание в истории человечества — 828 метров. Но мы находимся далеко не на вершине. Эти легендарные поющие фонтаны. Ну, всего лишь часть города. И все это построено за каких-то 40 лет. Завораживающее зрелище. Давай, Лейли, идёшь. Есть день, жизнь, ночь. Жизнь, лайф. Внимание. Я очень хорошо вижу. А, это лайф. Стреляй. Мы уничтожим Дубай. Смотри. Шалера. Шайтан машина. Можно посмотреть ночь. Но очень плохо все видно. И исторический Дубай. Тогда ничего еще не было. Пустыня, короче. Пустыня. Вот так. А наведи на какое-нибудь высокое здание, и чтобы видно было, как было и как есть. А вот как типа было. Типа вот как было. А вот она жизнь. О! Как было? Как есть.
есть туда. А вон, смотри, все китайцы на видео снимают. Полегче. Что за трек? Ты 800 метров. Кстати, на Кавказ. 800 когда... с чем-то. 728. На Кавказ, когда приезжаешь, там заходишь на гору. Вот они, магазин. Нет. Забираешься на гору там. Вот, все, сейчас начнется представление. Ну. Вот, забираешься на гору, и вот она как будто бы перед тобой на ладони, а до нее километров 5. И тебе ощущение, что что-то не верится как-то. Не может быть километров. Сейчас за 5 минут дойду, ни хрена, а там километров 5-7 до вершины. Это как вот этот парусник, Бурдж-Аль-Араб. Вот это прикол! Ага!